Всем здравствуйте! С вами последние новости. Стало известно, что Нелли Кобзон, вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона, организовал дополнительную церемонию прощания с певцом. Об этом во вторник 4 сентября рассказал портал телепрограммы. На панихиде, кстати, она была совершенно секретной и находилась под охраной, были только близкие родственники и друзья исполнителя. Эта тайная церемония проходила 1 сентября, то есть за день до открытой церемонии. Официальная торжественная церемония прошла в концертном зале имени Чайковского 2 сентября. Проводить артистов в последний путь пришли 6 тысяч человек. Напомним, что Кобзон умер в возрасте 80 лет из-за серьезного заболевания. 27 июля стало известно, что возникла необходимость подключить народного артиста к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим Кобзон находился в реанимации в одной из московских больниц. Его состояние было оценено как стабильно тяжелое. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. А с вами были последние новости.